ευλογεί το Θεός ημών. Следующее место, которое невозможно пропустить – крепость Ананури. Благодаря своему уникальному стратегическому месторасположению, Ананури была востребована как крепость даже в советское время. Теперь это без сомнения одно из самых фотогеничных мест в Грузии. Открыточные виды получаются с любого ракурса, а полуразрушенные подвалы и чердаки подогревают воображение и переносят в эпоху феодальной Грузии. Так мы добрались.